Сегодня очень хороший и праздничный день. Сегодня день гимна, герба и флага Ленинградской области, с чем мы вас всех поздравляем. Сегодня мы с вами попробуем спеть гимн Ленинградской области. Эта акция проводится по всей Ленинградской области, во всех муниципальных образованиях. Сейчас с 15 до 16 часов во всех районах будет исполняться гимн. И с той целью, чтобы мы все знали гимн Ленинградской области, любили свою область. Засияет над Волховом радуга и лучами небесной красы озарит купола старой Ладоги, нашей древней столицы Руси. А вокруг от Онеги до Балтики Лукоморье родная земля, где живет в лихолетие и в праздники ленинградская наша семья. Гостям открытая, хлебосольная, красотой новых дел молода. Ленинградская область раздольная, для меня ты на свете одна. Здесь горели костры партизанские, когда шел над Невой страшный бой. Беззаветные судьбы солдатские закрывали отчизну собой. И от первой в стране гидростанции до идущих к нам в порты судов все как прежде трудом созидается, малых сел и больших городов. Гостям открытая, хлебосольная, красотой новых дел молода. Ленинградская область раздольная, для меня ты на свете вдохновенное музам служение. У династий российских творцов Петербург окружен ожерельем сельских парков, усадеб, дворцов. Людям выпала доля тревожная, но могуча талантов река. Славься, край музыкантов, художников, нам тебя воспевать на века. Гостям открытая, хлебосольная, красотой новых дел молода. Ленинградская область раздольная, для меня ты на свете одна.